Ого! О, это что за туннель? Здесь можно заныкаться. Всем привет, с вами Клера. Сегодня у нас Хэллоуин, и мы с какими-то чувакихами пойдем в лес собирать грибы. Давайте начинаем. Это игра про выживание. Кто-нибудь загрузился? О, я вижу вас. Здравствуйте. Побежали. Побежали, побежали, теперь будем искать, выживать. Давайте, кто куда? Вы все в разные стороны, рассыпуха. Кто куда, давайте, я сейчас проверю здесь, что здесь есть интересного. Вот, это игра на 4 человек, а нет, можно даже больше добавлять тут. И 6, и 7, и режимы есть некоторые страшные, ужасные. Они что, все собрали? Стойте, подождите меня! Вот гады, они сейчас в хату зайдут и все соберут. Ребята, я что-то смотрите, на солнышке у меня классно все вообще-то. Так, может быть, так, я сейчас, знаете, что делаю? Я сейчас их дурану маленько. Пусть они пока пошарятся здесь, а мы сейчас с вами пойдем вон туда. У меня есть небольшая идея. Так, я поставил режим на 20 минут. То есть нам надо прожить 20 минут. Кто сможет прожить 20 минут? Надеюсь, я смогу прожить 20 минут. Так, пошли туда. А вы что делаете? Чё собираем? Что это было? Слышали? Петуха. Я в короне? Мне принцесса дала поносить? Малость. Вот, они никто не знает, где я есть. А я вас на карте не вижу, кстати. А почему? Тут так задумано? Ну, пока все живы. Нам осталось прожить всего 17 минут. Вот такая прикольная игра. Кому нравятся подобные выживалки, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Можете качать. И играть с друзьями. Вперед! Так, пошли. Это секретное место будет наше. Ох ты, у меня пряник есть. Ух ты, капкан. А капкан для чего? Может, на друзей? Ну, пусть возьму все на всякий случай. Так, а тут почему пусто? А это что? Гриб. А его можно есть? Ну, я возьму на всякий парочку штук. Вдруг там ребята захотят покушать там. Так, что? Петух. Так, что у нас нам надо сделать? Так, нам холодно. Нам надо как-то согреться. О, спички. Ключ от чего-то взял. Тут что? Пряники. Ну, пока у нас есть пряники, так это хорошо. Грибы я что-то ссу эти есть. Поэтому я их пока не буду. Пока будем чисто пряниками. Нарубаем сейчас. Вот. Так, вода, 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 вода. Тоже нам... Надо вода. Интересно, здесь можно где-нибудь воду набирать? Кто-нибудь набирал воду? Ключ, от чего нам ключ дали? Пошли быстрее. Так, нам надо как-то согреться. Тут что? Пряники. Так, дрова есть. Дровинку одну взял какую-то. А, некуда ложить? О, я зашел в дом. Йо, тут чё только нет, это что? Шоколадка! Так, подождите, у меня жертвы дофига, я просто мерзнет, чувак. Как мне ж быть? Лекарства есть? Так, тут что? А вы скоро там затопите? Я к вам бегу, там... как холодно! Топор есть! Там кто... Ух ты, там кто-то говорит! А ты чё? Козёл такой из там! Как швабра длинный! Ой-ой-ой-ой-ой! Я куда попал? Я вроде грибы еще не ел! Я по воде плыву! Нет! Я спать. Ух ты! Так, подождите вы, подождите. А, шоколадку можно сажать, да?
Вот, так, шоколадку возьмем. Это мы выкинем пока. Возьмем шоколадку. Это что такое? Золотой коин. А для чего золотой коин? Никто не знает. Нет, не знаем. Молодцы. Так, лук, чеснок. Гриб. Так, а как мне сейчас? Я что-то боюсь выходить из дома. Если я сейчас выйду, у меня же может склеить ласты. Так, 2 градуса. И сейчас ночь, да, начинается? Точно, начинается ночь. Дров у меня нету. Кровати тоже нету. А это что такое? Да ты где? А ты кто, банана или кто ты? Как тебя зовут? А вот она ты! Привет! О, там кто-то говорит. Ребята, круто! Мы выходить пока не будем, потому что холодно. Кто там? Все забрали уже. Жрачку. Вот, мы с друзьями с пингвинами играем, поэтому... А что, у тебя есть? Прикольно. Есть? Так, ночь. Вы еще живы там? У меня шоколадка. Круто. Уже 5 минут прожили, если что. Так, у нас есть помидор. Ой, я нечаянно врезала тебе! О, девчонки, так, здорово! Это что? Вы как? А это швабра! Берете? Ты швабра в короне! Топить будете, нет? А у меня есть топорик! Швабра, можно тебя топориком тюкнуть? Дрова иди руби! Вот, ребята, такая прикольная игра, там дровосеки, кого-то швабры ходят. Так, побежали, так, ну чё? Валим быстрее с этого острова. Может быть, они затопили, но мне, по-моему, сейчас, по-моему, у меня ласты склеит. Давай, грейся, ты можешь греться вот этим штукам? Давай. О, все. А ты чё, в зеленом ты пукнула, что ли? А, что нам надо переключиться, здесь где-то переключалка, быстрее. Понятно. Где ты? А, вот, чтобы двигаться одна в другую сторону, надо вот так вот поехать, во. Так, она поспала. Моя подружка спать пошла. Почему -6? У нас что, зима, что ли? Холодно, подожди, персик, так, персик, по-моему, куда-то уехал. Ребята, вы чё? У меня надо быстрее как-то здоровиться, я не знаю, что делать. Быстрее, давай, копай. Кого копать-то? Ешь. Дай пожрать, может быть, он так вылечится? Швабра, дай поесть. Давай. -11. Еда! У меня замерз... Дай пожрать, швабра! Да ты давай... Гоняй, давай быстрее. Дай пожрать! О, быстрей! Да я-то куда? На улицу-то пошел! Быстрее! Так, пусть... Да вот, дай пожрать! Так, персика мы не слышим, потому что персик... Уже где-то там! Ты! Козел! Козел, дай пожрать! Иди сюда! Воды, а где воды-то взять? Еды! Ты не ешь, что ли? Нам еще 11 минут осталось! Вы держитесь, давайте! Хотя бы кто-нибудь там! Дай пожрать, козел! Понятно? Так, печенюшка. О, вода есть! Ребята, у меня есть вода! Так, еда у меня пока есть. Клеер, дай пожрать! Да нету у меня жрать, у меня есть кетчуп. О, шоколадка! Да дайте пожрать! О, венца! О, у меня есть шоколадка, кому дать? Швабра! А, я венца... Дай пожрать, козёл! Да подождите, я венца хапнул! У меня чувак не видит ничего! Он у меня бухой! Быстрее заходи! Так, это что? Я не знаю, что это! А, нет, это нельзя! Лекарство есть где-нибудь? Да где? Подожди, я нож нашел! Да у меня еды-то море, да мне только надо выжить как-то! Тихо. Ты! Тихо! Толстопуз! Подождите. Иди постройней! Мне надо что? Открой ты, дверь! Швабра, дай пожрать! Ты пи... Ого! О, это что за туннель?
Здесь можно заныкаться. А, ты сдох, пи***. Дрова, да зачем мне дрова? Монетка, зачем мне монетка? Швабра, тебе больше нет, козел. Вот так. Так, дрова. Умирать есть. А, кто это? Ура, я в игре, ура. О, вот, я прожил, не хватило 9-10 минут до конца. Вот, ребята, такая прикольная игрушка. Отлично. Можно с друзьями играть. Будем играть вместе теперь. Подожди, а я где? О, во, смотри. Ребята, мы попали куда? Вот это, в мир. Смотрите, как красиво. Красота. Вот так вот. Вот такая прикольная игра. Кому понравилось, подписывайся на канал. Подписывайся на канал моих друзей. С вами Клевер, всем пока. Вот, первый раз у нас стратегия не очень сработала. Сейчас мы попробуем маленько по-другому. Надеюсь, за нами никто не следит. Так, мы куда пришли? Какое-то место интересное. Здесь вот у меня что-то есть. Алло, есть кто живой? А где? О. А мы здесь. А, вон где. Вот это кто кукарекает? Это ночь или чё? Это кто? А чё вы здесь делаете-то? А кто на горе? На горе я. А где швабра? А, это ты? Я думал, я обхитрил всех, а оказывается, тут уже кто-то есть. Пойду в другую домику. Так, и где дома? Так, надеюсь, сейчас мы выживем намного дольше. Подожди, ты не туда пошел. Ты чё рубишь дрова, Персик? Персюка! А я какой-нибудь другой... Ого, подходил. Минус 20! Вы чё, серьезно, что ли? А как туда залезть? А я пуп земли. Да-да, пуп. А где? Чё, Ваниш... чё там написано было? Во-во-во-во, дом вижу. О, подожди-ка. А, не тебе. Так, мы забрали все. Лук. А зачем у нас столько лука? Лук. А тут кто-то был? Вы что, уже все обшарили, что ли? О, кровать есть, кровать! Так, топорок. Так, ну, топор возьмем, дротик. Это что? Персик, если что, здесь кровать! Хорошо. На втором! Персик, Да, Персик? Нет, не надо мне дрова! Я несу! Я пошла... Так, подожди, меня замерзает почему-то, чувак! Я не знаю почему! Так, это что? Все ко мне. А это что? А где швабра в короне? О, подожди, где швабра? О, швабра пришел! Привет, швабра, привет! Я рада тебя видеть! Швабра! Эй, я что-то съел! Что-то несъедобное! Походу, у меня сейчас ласты склеит! А чё швабра шутить не умеет? Ты чё молчишь? Швабра. Вот, давайте туда сквозанем. Персик, тебе тепло тебе. Вот такая игра для сети. Играть с друзьями прикольно. Никто не знает, куда я поплыл, поэтому надеюсь, я успею доплыть, потому что моему герою что-то не очень.
А чё, рыбачить можно? Точно, тут же можно рыбачить. Персик, ты где? Я поплыла. Где ты? Я на море. О, давай, пошли. Вот так вот, я переплыл на ту сторону и все. Вот такая недетская игра. Кому нравятся подобные игры, я оставлю ссылку в описании под этим видео и могу посмотреть, да? О, у меня камера есть, я могу пролететь. Вау. А где все остальные? Сейчас мы найдем их. Где-то здесь были. Ау! Слышите? Как так? Где-то здесь. Ты где, Персик? Во, я могу смотреть. Я был вот тут есть. Есть пещера. И тут в пещере какие-то вещи есть. О! Персик! А я плыву! Да, мы отсюда пришли. Пошли. Холодно ему, холодно. Ты чё, не сибиряк, что ли? Давай. А как нам согреться? Нам, может быть, где-то баню построить? Найти. Что тут? Так, этот лук у нас есть, этот есть, этот есть. А тут есть этот, это есть штука. Так, что тут у нас? Ого! Я сейчас, подождите. Дропс, вот это. Давай возьмем. Вот так вот. Попить, ему уже попить надо. А потом шоколадку возьмем. Закусим. Отлично, это что такое? Это что, давай тоже. Вау! Это ему хорошо или не очень? Я пока не знаю. Или он, что там, что он делает? Он под градусом, но походу это кулинарная игра. Это что? Вода! Так, брось бревно пока, возьмем воды. Выпьем. Вот. Бревно возьми. Пригодится. Ну, ты чё? Вот. А чё, бутылку дропай, вот. Возьми вот эту, вот. Так, что-то, походу, мы что-то сожрали такое зеленое. Я даже не знаю, что это такое. Пойдем дальше. Ты где? Так, вот эту деревушку мы обшмонали. Так, нам где-то вода здесь, это, да? Вот, мы выйдем к воде. Здесь это плод есть. По-моему, так. Вон там. Что с ним такое-то? Мыться надо, что ли? А ему хреново, чувствую ему хреново, вот, а можно вот это сделать? То есть вот эту зеленую пить нельзя, да, получается? Он чуть ласты не склеил. А это что? И зачем? А он еще кидать ее будет? Подожди. И чё?
А, то есть мне надо плыть? Я плыву или нет? Так, отойди. Ну-ка, назад. У меня что-то 6 секунд. Я побеждаю или что? У меня здоровья-то мало уже. Ты плывешь? О, плывет! О! Ребята! Я что, выжил? Ух ты, ты, говорит, спасся, Си-4, карма, 4000, вау. И мы куда-то... Я понял. Мы уплыли, то есть у нас оставалось несколько секунд для того, чтобы просрать игру. Вот. А мы сели на плот и уплыли с этой карты. Ого! Вот этого я не ожидал. Прикольная игра. Кому нравятся подобные игры, я оставлю ссылку в описании под этим видео, так что качаем, играем. А тут еще, оказывается, наверное, говорить можно, потому что у меня рот открыт. Рот открыт. Алло, алло. Вот. Меня слушают. А, ну это я все понятно. Вот такая, ребята, интересная игра. Понравилось, подписывайся на канал. А с вами Клеер. Всем пока.